на этом месте совершалась божественная литургия нашим земным чином. Но мы должны знать, что она не прекращается никогда, а совершается ангелами Божьими, которыми мы не видим и не слышим. Но она совершается, эта литургия. То есть Евхаристия совершается. И что Небесный Дух, мы часто задаем себе вопрос, что Он далеко находится от нас, и что мы Его никогда не видели и не видим. Но мы давайте посмотрим в житие святых, когда ангелы Божьи, Пресвятая Богородица и святые являлись нашим святым, которые удостоились от воли Божьей, и когда они молились и просили этого. Нам всем Господь даровал здоровье, силы, положение в обществе, и мы строим дома до небес. Но мы не задумываемся, что необходимо в первую очередь и тело. Почему называется? Потому, что в первую очередь в селе строили храм Божий, и мы должны всегда беспокоиться за Божие. Сами видим в своей жизни, что все меняется. Как бы думаем одно, а оно идет в другую сторону. И сам Господь к нам пришел на землю, чтобы нам показать, что земная жизнь не такая сложная, как всем нам кажется. И что ее же прожить можно без греха, который пришел Господь, положил свою за нашу жизнь, страдания, чтобы нас возвести на небеса и соединиться с нами. И как мы видим в жизни, что мы не всегда это воспринимаем, как бы земная жизнь больше всего затягивает суету и земные дела. И вот уже у нас идет 2020 год. Евангелие, которое проповедовалось уже 2000 с лишним лет, оно остается в нас, и мы ее слышим, и оно ни в чем не меняется. Оно есть у нас, и оно будет до скончания нашего века. И мы думаем, что икона Божьей Матери, то есть образ ее, и он, этот образ, нарисованный, но мы ошибаемся. И как мы видим из многих чудес, которые совершались и совершаются нас на земле, так чудо было, когда в 1650 году турки напали на Почаев, и народ вышел с молитвой, прося Божью Матерь помощи. И случилось, что там прошло смятение, и турки бежали от лавры и оставили ее без разрушения. Также мы можем видеть и другие знамения, когда между нашими братьями, новгородцами и суздальцами была непокорность друг другу, не было любви друг к другу. И они пошли друг на друга. И суздальцы подошли к Новгороду и обложили его. И новгородцы стали молиться, просить Божью Матерь. И было явление, чтобы вынести на стены иконы Божьей Матери, знамения пройти.
И когда прошли, смятение произошло в суздальских войсках. И они друг друга начали стрелять. И впоследствии оставили город Новгород. Также вспомним чудо и Великую Отечественную войну, как недавно у нас было, что перелом наши терпели во всех местах поражения, когда взяли икону Божьей Матери Казанскую и пошли крестным ходом по Калининграду, Ленинграду, то есть Санкт-Петербургу. И сразу пошел перелом боевых действий. И наш народ ободрился и еще больше стал противостоять немцам. Также можем много других чудес навести, которые Божья Матерь показывала и сохраняла нас и Святую Русь. Вспомним и Москву, когда Орда шла, и все разрушали, и там нас Божья Матерь помогла и спасла. И по сей день мы видим чудеса, которые совершаются от икон Божьей Матери, которые мы видим. И мы думаем, что тех икон, сколько их есть, и Казанская, и Владимирская, и Иверская, и Почаевская, и знамени, и много-много икон. А все иконы являлись на местах. И они не думайте, что только являлись, но они показывали свои чудеса всем, кто их призывал. И были названы они в тех местах, где явились, в Казанском, Иверском, Владимирском и прочими их названиями. А на этом месте, братья и сестры, в 1709 году Петр I построил первую церковь, которая основала наш город Петербург, знамение Божьей Матери. И рабочие, которые были собраны, и военные, попросили у Петра I, чтобы он дал им где помолиться, попросить помощи в строении их труда. И Николай построил им небольшую церковь деревянную, которая впоследствии поновлялась, реставрировалась, а наконец по Екатерине была построена каменная церковь. И она простояла в молитве Кодорводейского полка. Здесь было поселок, небольшое село. И жили здесь многие наши прихожане, которые с уст своих рассказывают, что их родители жили до войны. И в годы войны разрушены были дома и была разрушенная церковь. Она стояла на рубеже между немцами и нашими войсками. И загородила, и как мы знаем из истории, что немцы не могли пройти через овраг. Она сдерживала, как нерушимая стена была для немцев. И время войны она пострадала. Поэтому она понесла много потерь, ибо была разрушена, а также и наш народ пострадал много на тех местах, где мы стоим. Поэтому и будет великая слава и для нас, и память для наших, тех, кто положил жизнь за Отечество, за веру Христову. И мы обязаны пред ними молиться и просить Бога и благодарить
за их подвиг, который они совершили для нас, живущих. И я надеюсь, что Господь и правители наши помогут нам восстановить эту церковь. И на этом месте снова воссияет благодать Божья, которая была и есть и остается до сей дня. Я хочу, братья и сестры, сказать, невзирая ни на вирусы, ни на предательство, ни на трусость, и ни на страх, будем хранить святую веру и Отечество, и быть верным Церкви Христовой, ее таинства, причастию тела и крови Христовой. Также мы, братья и сестры, благодарны Богу, что и Божьей Матери знамение, что собрала нас она здесь, на этом святом месте. И лично я хочу высказать слова благодарности организаторам, благодаря которым мы сегодня совершили божественную литургию. Это Сергей Анатольевич, Светлана, Сергей, Наталья, наших доблестных воинов, которые восстановили, поставили и совершили нам тепло и уют. А также приход членов приходского собрания, Светлану, Валентину, Брохову Татьяну, которые, Вадима Кисаева, и всех, кто в том участвует. Я не буду перечислять имена, но вы все знаете. И Федора отца Александра, Валериана, Патрея Антония и других. Потому что по их как-то состоянии они просили, что не смогли найти. Дай вам Бог здоровья и низкий поклон за ваши труды, что вы совершили. Дай вам Бог здоровья. Храни вас Бог и Мать Его. И я думаю, вашими силами, вашим поможете. И мы восстановим храм. Сами видите, какое благоприятное это место. Просто не задумайтесь. Тишина, шума нет, все. Как бы вот немножко от мира свет отходит. Дай вам Бог здоровья. Обязательно.